не просто сумасшедший день. Звонят знакомые, говорят, мы просто с 6 утра не знаем, что делать. За озером в лесу краски привязали. Она говорит, так плачет, так кричит. А мы, ну, как не собачники, и не знаем, куда идти, боимся, и что делать в таких случаях. В общем, катастрофа. Еду на озеро. Ой. Здесь и лыжники, и люди. И никто с 6 утра не отреагировал. Мое озеро и собака из моих сторис, наидобрейшая обожающая детей, к которой теперь не подойти после того, как ее привязали. Сколько их таких привязанных в лесах? Так это же тот парень. На, пойдем. Пойдем. На. Это же тот парень, которого я всем снимала. На. На. Не бойся, не бойся. Нормально все. Сейчас мы тебя отведем. На. Иди сюда. Иди сюда, на. Кто хитрее? Я? Давай. Ой, сейчас. Теперь я его хоть... Больно, больно. Он за веревочку запутывается. Уже как... Подождите. Ой, слетает, слетает. Так, мне надо... Подождите, ничего не делать. Мне надо протащить. Не бойся, не бойся. Он вас защищает. Не бойся, не бойся. Сейчас отрежем. Веревку я отрежем. Я постараюсь держать, но я ничего не гарантирую. Пошли. Ну... Так, подождите. Bobby und Fritz. Sehr gut. Бедный писал сколько? 0,2, 41.